Защитить побережье и отразить высадку десанта условного противника. У морпехов Черноморского флота прошли очередные учения. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, морпехи совершили марш в назначенный район и заняли территорию. После военнослужащие оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортеров БТР-82. АМ.